вышли со Шкемом погулять чуть-чуть. Сейчас кто-то в лифт садится. А ну покажись. А ну покажись, покажись. Кюстерсенин. Вот так постригся мой красавчик. Ой, как он любит кривляться. Ай, хулиган. Боже, как хар. Не гюзеляшким хава. Бену эту ерунду мартыки ерды у турмак. Я тебе говорю, что я устала дома сидеть. А где я дома сижу? Скажите, Светлана, что ж ты говоришь такое? Врешь. Бен дюрм, несел сен эрде у турьёрсу. Сабах там бен дишара. Учса. Йога, га? Лиль, башка там, Дениза. Sistem bu çevre alacağız bu site de. Site de ev almak kolay değil falan. 250. Он говорит, такой сито хороший, посмотрите, какой забор обалденный. Burada oyun parkı var. И парк есть, и все. Вай, мир, хавуз да есть. Какая красота, но говорит, дорого. Gerçi 2 senedir havuzlar kullanılıyor. Бананы aşkım al, al ya da al. Al, бананы. Bak burada. Я говорю, мне пофиг. Я уже как турчан достала. Kaç tane istiyor? Bir tane alalım. Договорилась с стилистом своим. Она думала, сегодня-завтра у нее все забито. Только на июле. Хочу обстричь эти волосы. Жарко, девочки. Даже пенку ничего не выйдет. Высушу феном так. Чу-чу-чу. А ну, баксом. Попросила меня одна девочка узнать. Летодаро. Эвлери. Попросили меня узнать, сколько стоит вот у застройщика квартиры. Видите? Сейчас покажу вам. Ну как, не, как узнать? Быстро растет. Смотрите, Zen Tower. Zen Tower. Может, вы смотрите мое видео? Как быстро строить? Чок, чок, хачабук. Калитали мы, Ашкем, калитали? Я говорю, качественно так быстро, да. Ашкем, бизда, алача сурада. А посмотрите, вот тут ему нравится. Правда, хорошие балконы шикарные. Амагерчик. Бус Атаджасев и Бурада Аладжас. Ашка, мы 350 сатарс. 350, говорит, если мы продадим. Бурда 550. А здесь 550. Не возьмем. Не да нашкем бешузели, бешузели, чем ты бир блогер, алды, беш арты бир. 5 плюс 1 купила, говорю. Biraz TC'den alırsan alırsın. TC'de hayır. Akdeniz Mahalli. Side. 5 plus 1 kupi. Şimdi mesela kuyuluk var bizde Victoria. Yukarıda. Orası. Зашли в магазин детский, кое-что купили. Солнце так светит. Сейчас дорогу перейдем. Да. Что хотела сказать. Сегодня читала комментарии. Там многие написали из вас, да? Балкон, море. Мне интересно смотреть ваши видео. Море, балкон, квартира, ну все. Одно и то же. А я сказала, потерпите. Скоро будет разнообразие. Вот сейчас иду, буду показывать, что снимаю. Видите, не можем никак перейти. Никто не уступит, никто. Мигрос новый открылся. Здесь у нас библиотека. Кажется, узрим сюда ходит. Книги брать. У нас фанатка книг. Мне так трудно читать книгу эту, мелкий шрифт. Она себя чувствует хорошо. Анемия постоянно. Она в тот день купила ботасы сыну за 1200 лир. Найки. Обалдеть. Ну, естественно, все новый сезон, все хорошее так и стоит. Но я аж кому удивляется, ну просто для ребенка такие цены, да? Поэтому так. Конечно, он и себе так купит за такую, но когда говорят детям, кажется, что это много. Они же растут. Ну вот наш город Мерси. Да, Шкем? Да. Вот. Идем мы, значит, центр еще хотим посмотреть. Давай, Кикит, дойди.
подарочки для моих внуков сладеньких. Пока Индыр там стоит в очереди в банкоматике, деньги снять. Я вам покажу мебельный магазин. Покажу вам вот такие красивые висящие диваны. И цены, да, покажу вам. Давайте посмотрим вместе с вами, сколько это стоит. А цены не написаны. Цены не написаны. Смотрите, какая красота. Вы видите? И вот тоже бежевого цвета. Но он так много места занимает. Вот смотрите, на балконе у меня поместится. Может, где большой балкон, поместится, но на спальне опасно. А такой вот набор кресел у Натальи Балушкиной, но другого цвета. Вот такой красивый, да? Покажу сейчас. Чтобы не упасть, надо же аккуратно теперь снимать. Вот. А это немножко форма другая. Цены не написано. Красивое кресло. Обалдеть. Сейчас Ашкин придет, я попрошу, чтобы сфоткал меня. Посмотрите, какой красивый. А этот прямо лечь. Ну почему цены не написаны? Вы видите? Какая красота. Очень красиво, очень. Ну а это для боль. Это, знаете, для таких нужно. Для огромных балконов, да. Очень огромных. У нас прямо это поставишь и все, не пройти. Есть же огромные балконы. Вот смотрите, какая красивая мебель. Очень красивая. Не кадарбу. 20 метров. А? 40, 40. Хочам гелиджек 40. 1900. 1900. Бу не кадар? Это 1750 лир. Это 1700 лир. Бу? Бу? Это 1700 лир. Айны фиатлары? Evet. Это 1700. 1200 лир. 200? Неден бу эконом? 1200. А, бу фарклы. Evet. Bunlar en üst kalite. Это 1200 можно купить. Это 1200 лир. Посмотрите, 1900. Посадили меня, говорит, давайте садитесь, покатаем. Я сказала, сейчас муж придет и покатаем меня. Ох, эти мужички. Так, ну вот такие кресла. Вот это я поняла, что дешевле, так как из другого материала сделано. Видите, какая красота. А это... Ну, это точно не для нашего балкона. Ой, сейчас Сашка придет, я лягу, полежу здесь. Очень красиво, да? Очень красиво. Обалдеть. Что-то мой Ашкин не идет. Жду его, жду. Вот такие ковры продаются. Вот еще покажу вам. Варма бенгерс? Эвет, эвет, шинди. Видео чекиором бен. Ага, ну показывай. О да, и 1200? Йо. 1750. Ага, 1750. 40, 40. Шимди видео чекиором ютуба ичин. Ага, гюзель. Бу буюк чекиат не кады? О, бюк. А? 3500. Чок гюзель. Ятабилитсин жена. Тамам, тешекюрле. Видите, какая красота. Вот 3500 стоит вот этот вот. Мне вот понравилось, где ножки можно вытянуть и положить. А вон идет Ашкин, сейчас попрошу его, чтобы меня сфоткал здесь. Получила кайф. Мой Ашкин мне много не поснимал видео. С пару снимков все. Действительно классное удовольствие. Такая мебель. Я вам советую приобрести на свои участки. Купили мы деткам, покупаем такие костюмчики хорошие. Сейчас идем. Еще идем. Постепенно надо готовиться для внуков.
Да. Мы такую дыню невкусную купили. Вот здесь 2 лиры килограмм и кого. Ашкан, садимся. А, Таш. Короче, такие запахи вкусные. Уже пришло нам время кушать. Панту не буду делать. Такой красивый магазин. Лапа. Смотрите, красота. Нравится, надеюсь, вам показываю. Как не сообразила детский магазин вам показать. Но мы сейчас идем в одно место. Тоже еще хочу посмотреть. Там такой он качественный магазин детский. Если разрешат, покажу. Если не дома, все покажу. Хочу показать вам, что купил Эндер для наших внуков. Так как у моей сегодня младенькой день рождения, 4 года, то я уже их не видела 2 года. В телефоне не поймешь, какие дети. Мама говорит, что все мало. И надо к лету обновиться. Вот это я не знаю, купила для старшей, говорит, старшая выросла, или младшей. Ну, перейдет, самое главное, что не маленькая, правильно? Вот это для мальчика взяли, вот такой костюмчик. Платьица взяли одно, второе. Вот такой комбинезончик взяли. Вот такие вот шортики для дома гулять, такое простое. Вот это вот такой вот, такой наряд красивый купили. Думали, что для этой младшей 4 года. Ну, по-моему, оно будет большое такое, очень красивое. Не знаю. Это тоже шортиками для мальчика. Сейчас жарко, будет носить. А это мне очень понравилось, такое качество красивое. И шортики такие шелковые. В общем, обалденные вещи. Детского такое многообразие. Сейчас буду вот собирать, наверное, посылку. И еще много чего надо купить. Так что все вам буду показывать. А я пошла готовить Антони. А я сейчас буду готовить Антони. Наревелась. Дочь прислала мне фотографии, как они там тортик кушали. Эндер вчера отправил денежку на тортик тоже. Проявил инициативу. И вот набрал подарков. Накупил. Он очень любит детей, очень хорошо относится. Дай Бог, чтобы он тоже... Его дети тоже помирились с папой, потому что он очень хороший папа, и дедушка будет. Очень добрый человек. И Богу спасибо, что такой добрый человек мне достался, хороший. Он пошел на набережную. Он занялся очень серьезно этим делом. Почему? Потому что... Он так торопил меня в магазине, я думала, он говорит, меня ждет друг, мы с ним должны встретиться и заниматься спортом. Он перестал много кушать уже, но он никогда много не кушал, а тут вообще не хочет. И похудел, животик у него спал, и я тоже похудела. Кстати, я еще ничего не ела. Нет, вру, одно яйцо съела. Ну что, мои друзья, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Буду я готовить ужин. Ну, от Антония с курицей вы уже давно знаете, как его готовить. Наверное, вам надоело. Ой, такая у меня внучечка красивая, в белом платьице, как и принцесса. Я сначала сказала, чтобы отнесли торт в садик, но в садике не разрешают устраивать такие празднества. И они там... В узком кругу все боятся этой короны, у нас очень многие болеют. Даже мой преподаватель по йоге, она заболела. Вчера провела прямой эфир, ну, утром в 6 часов сказала, что извините, не будет прямого эфира, посмотрите по записи, мне очень плохо. И оказывается, заболела она короной. Вот такие вот дела. И срочно из Адлера, из Анапы или из Адлера, из Анапы выехала, вылетела в Казань домой. Вот. Ну, я никогда не видела, чтобы она с маской ходила, и там, хотя очень публичная личность со всеми встречается очень часто. Но надо себя беречь, мои дорогие. Все, пошла готовить. Вам пока-пока, спокойной ночи и всего самого хорошего. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.